Удивительный этот праздник. Умеет же народ собрать, и сердце согреть, и душу раскрыть. А ну-ка, земляки Марии Мордасовой, споем. Кому что нравится, кому петь, плясать, кому игры разные, кому загадки с отгадками, кому игрушки веселые, кому лошадки настоящие, а всем блины. 3000 оказалось мало, пеките хозяева больше. А хозяева – это парк авиастроителей при крепкой поддержке депутатов областной думы и администрации области. А они еще по русскому обычаю прощенное воскресенье. Я прошу у всех прощения, если что-то мы не доработали. Я думаю, мы будем стараться и все ваши пожелания будем приводить в жизнь. Спасибо вам большое за внимание. А сейчас мы устраиваем для вас концерт. На каких только столичных площадках не побывали танцоры знаменитого ансамбля «Мы воронежцы». А здесь-то, в центре Масленицы, ну как не поплясать? И сюрпризы для тех, кто своим творчеством порадовал зрителей. Я думаю, ты будешь бабушкой с дедушкой, наверное, с этих чашечек пить чай. Пожелайте ей творческих успехов, всего самого хорошего. Стремись и будь выступать на большой сцене. Спасибо. Прощай, Масленица. Прощай, зима. Здравствуй, весна. Солнце ясно.